Теперь общей стилистикой вот этого кафе на Центральной набережной станет легкий палубный стиль. Столы застелили белоснежными скатертями, а громоздкие диваны заменили облегченными стульями. Но главное, здесь демонтировали несуразные конструкции и очистили заведение от излишней рекламы. Городская набережная – это единый гостевой ансамбль. Предприниматели все это понимают, они получили эскизы, и в соответствии с этими эскизами мы приводим это в соответствие. Всевозможные кафе расположены в самом начале пляжа «Маяк», поэтому восприятие Центральной набережной зависит в том числе и от внешнего вида данных заведений, отмечают власти курорта. Теперь здесь будет другая эстетика, обещают специалисты. Веранды в виде продуваемых ротонд, облегченная мебель. Одним словом, средиземноморский стиль – это еще одна из задач наряду с проектом «Открытое море», которое будет способствовать привлекательности курорта. Мы проводим демонтаж конструкции шатра, убираем диваны, ставим мебель, легкую конструкцию, зонтики. И все будет легко, воздушно, красиво, прозрачно, свободно. Мы же тоже жители этого города, все понимаем. Всем хорошо, почему нет? У нас больше гостей и отдыхающим больше простора. Так что мы только за. Борьба за доступность пляжей продолжается. Незаконные павильоны демонтируют, остальные меняют свой облик. И чтобы не доводить дело до судебных разбирательств, руководство города рекомендует владельцам кафе вовремя выполнять законные требования мэрии. Инга Кабейшая, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.